Слушай, номера теряли, глушители еще пока нет. Там пень впереди, пень! Сейчас, слушай, накачаем давай. Где-то откуда-то что-то выпало. Специально кто-то сложил на дорогу, да? Ну, это ты знаешь, это наша стихия. Дамы и господа, всем привет, с вами Алекс, вы на канале Не Тормози. Сегодня у нас вылазка в сложный маршрут в Оршинские болота. Это самая сложная локация всех, которые у нас есть. Посмотрим, как его величество газон 63-й тут пройдет. Ага. В натяжечку. В натяжечку. Вообще легко. Да, мотор в два раза мощнее у него стоит, чем был до этого. Вообще спокойно. Колеса больше в размеры. Друзья, нужен ваш совет. Есть у меня вот такой вот комплект замечательного света от компании Hella. Кстати, для справки, Hella является лидером в области интеллектуальных систем освещения и имеет за плечами более 100 лет опыта и множество различных ноу-хау. Является крупным мировым поставщиком автопроизводителей. Каждое изделие отвечает строгим требованиям и отличается качеством и надежностью, что помогает нести свет в самых тяжелых и экстремальных условиях. В нашем распоряжении есть пара вот таких вот суперкрутецких в металлическом корпусе. Вы бы только вот чувствовали. Жалко, камера не передает вес, сколько они весят. Два вот таких вот просто нереальных фонаря. И не могу я никак решиться, на какую машину их поставить. Есть у нас в распоряжении из таких крупногабаритных машин ЗИЛ, ГАЗ-66, пушка-игрушка и теоретически на дичь. Пишите под роликом, на какую машину, а самое главное, куда вы хотели, чтобы мы установили эти фонари. Ссылку на компанию Hella, конечно же, я уже оставил снизу под роликом. Можете перейти и ознакомиться с полным ассортиментом. В общем, любые мнения приветствуются, ну а мы продолжаем. Все, доехали до места X. Горим мы. Здесь у нас будет привал. Светлая. Вот она, стихийка. Давай хоть пойдем. На болтоходе, вы как будто на Жигулях приехали. Переживается, наверное, на вездеходе приехали. Стравился такой, вообще в ноль. Что-то оно, по-моему, вообще пустое. Слушай, накачаем давай. Да нет, давай уж поедем так. Оно просто здесь вон что-то. Да, Андрей, оно слетит. Дырка вон ниппель изнутри видно. Смотри, не, задний это нормально, передний чуть-чуть бы, да, качнуть. Да.
уходит. Хорошее понижение. Все, газ пол и до светлого так. Так, да, мы погрузились. Вообще спокойно едет. Спокойно, говорю, едет. Так, ну вот оно, собственно говоря, и светлое. Одно из самых больших озер в наших краях. За счет стравленных хорошо колес. Максис, кстати, резина. 38-я, экстремальная. Все, все, круто, круто. Выезжайте. Страшно становится. Здесь местами, да, у нас тогда кто-то шел, в линзу наступил, еле выбрался оттуда. Ой, ой, сделал, сделал всех, короче. Дальше всех заехал. Да. Ну что, все, светлое посмотрели. В обратную дорогу выдвигаемся в УАЗике. Что-то так пока не доехали. Поедем. Так, встретили парней. Но сейчас, чтобы не тратить много времени и получить максимум эмоций, отправим на болтоходе до светлого парней прокатиться. Так, котлета. Посмотрим, как проедет. Так что Вове можно экскурсии здесь открывать за деньги, народ катать. Так, все, сгоняли парней, свезли на светлое на болтоходе. Разворачиваемся, едем к основной колонии. О, за болтоход отлебедили, УАЗик. Андрюх, на котлете, можете сюда подъехать? Подлебедимся за вас. Так, немного подутонул УАЗ, сейчас подлебедим его. Но едет очень достойно по такой местности на 33 колесах. Без блокировок, без пыли. Без блокировок, да. На голой отваге идет Богдан, так что нормально. Все, выбрался. Да. Ну это ты знаешь, это наша стихия. Саша, это все. Так, все, миссия выполнена. Да. Так, пока шашлыкуют у нас пилоты грузовиков, решили тут зарубиться по болтоходу, не дает покоя проходимость котлета. Котлете не дает покоя проходимость болтохода, поэтому решили внеконкурсное испытание устроить, прокатиться по сложному рельефу. Что-то, мне кажется, нелегко это будет. О, смотри, едет. Смотри, едет. Вот на Дятрасло World Fest прохладывает, да?
пошла гонка уже. Не остановится теперь. Там он видит? Там пень впереди, пень! Пень там! Ох как! Пень! Нет, да? Не ломается? Ну, нет. Такой загнул. Сам заехал. Стоп. Стой, вот теперь туда. Опасно. Советский. Они не предлагали. А что это такое у вас? Марион какого года? 1983 год. Вообще раритет. Так, высвободили вас. Пенек. Почти прошел. А что дальше-то? А дальше это уже для вас. Опачки. Все, памятник. Что, вкусный папоротник? Да. Жар... Что, прям масло подсолнечное, да? Ну, маленько творить пару минут. И все, и жаришь на сковородке. Так, уговорили Вову нырнуть в воду. Как одному выехать в трудных ситуациях. Давай, иди вот наоборот, капусты. Андрюха, иди помогай. Царь горы, все. Царь горы. Давай туда качнем, выйдем туда. Давай. Блин, когда качал, он не может жопу поднять. Слышишь, да? Давай еще. Уходит. О, вот так вот пойдет прямо. Давай. Прыгай. Все, выехал. Красота. Качайте, идет. Саш, Максис это сила! Максис, да. Горы! Ништяк, красавцы. Вообще пофигу. Вы поэтому пилу с собой не возите, она не нужна, да? Федь, ты справа. Вот за болта, где болтоход. Ты, блин, высоковато. Сильно. Вальяжно. Так, газон.
сломал. Так, посмотрим, как тигр форсирует. Да, вообще играючи. Вова! Во, сейчас давай он прижмет. Прижмет, сейчас, погоди, прижмет он сейчас. Оп, стоп, стоп, стоп. Давай. Попробуй. Вот, давай, сейчас пойдет. Давай, 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 давай. Богдан, смотри, не сломало, чтобы. Давай, давай, давай. Блин, так поаккуратнее. У нас один раз сыграло, чуть ноги не переломало так. Нет. Нет. Блин. Не, назад сдай немного и вперед пойдешь, газ прям не скидывай. Чуть влево руль и газ не скидывай. Эх, скинул. Подтопленное место. Не глубоко, прямо иди. Движение. Два года уже не был здесь. На этом маршруте все тут заросло. Передачу попробуй. Повыше передачу включи.
Лайтово, говорите, будет? Ну-ну. Впереди дерево поваленное. Надо его объехать. Пробуй. Дороги старые заросли что-то. Пройти, так как упирается сучок в фару, есть риск повредить. А ненужные потери никого не радуют на ровном месте. Поэтому объедем. Тоже упирается в крыло. Подрихтовали ветку. Так, завалился. Интересную
участочек. Богдан такой: нифига, я сам поеду. Погоди секунду, Богдан глушитель потерял там где-то. Глушитель мы еще не теряли. Причем целиком. Слушай, номера теряли, глушитель еще пока нет. Надо на котлете промчать, вода уйдет, и глушак всплывет. Посмотрим глушители остатки. Где? Крепкий глушитель, смотри. Нашел, ура! Глушители мы еще не искали. Номера искали, глушителей еще нет. Нашелся. Все, на веревочке, на проволоке был привязан, все как полагается. Смотри, с ним даже ничего нет. Ну ладно, ништяк, все. Итак, его величество тигр. Он сейчас в разрез колеи пойдет. Поэтому может немного побуксовать. Все бабки вперед можно. Не-не, сейчас рано еще. Давай назад максимально. Ох, вот тут все 300 лошадей пригодятся. Сзади так вальяжно наблюдает за всем этим тигр. Кажется, на вид, да, такая лужа, но совершенно не сложно. Ох, вторую переключил уже.
руль переключил. А тигру эта колея газоновская все равно ничего не даст. Так, вот сейчас чую, будет прям разгон. Вот это да, там третья уже. Третья уже походу. Так, посмотрим тигр, как здесь пройдет. Так, газон на самых маленьких колесиках. Но все блокировки, естественно, все, что нужно, есть. Уже, да, по пробитому. Вполне по пробитому проходит. Так, котлета первым, наконец-то. Так, ну что, друзья, все, выехали на конечную точку, все отлично, все проехали, сегодня все ехали на все бабки, поэтому было эффектно, красиво и весело. Кто понравился вам больше всех, конечно же, пишите под роликом. Если вы еще не подписаны на наш канал, то быстренько это делайте. Также есть ссылки на наши дополнительные ресурсы снизу под роликом, там Дзен, Контакт и так далее. Также вступайте, лишним точно не будет. С вами был Алекс, канал Не Тормози. Всем пока!